Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хочу показать вам свой второй заказ, который я делала в 13-й компании каталога Avon за 2018 год. И, конечно же, как всегда, на третьей неделе Avon для тех, кто делал первый заказ минимум на 2200, практически всем выслали в Viber или на телефон смс-сообщение с кодом, по которому можно было заказать подарок стоимостью, ну, очень дорогой, свыше где-то 1000 рублей, это точно. В общем, нужно было сделать второй заказ на 3500 и более и получить этот подарок, вбив определенный код. Я, конечно, как всегда, сделала, и сейчас покажу, что у меня заказали клиенты. В этот раз у меня в заказе, как обычно, появились мужские туалетные водички Today по 75 мл. Вы знаете, я уже заметила, что мои клиенты почему-то у меня стали заказывать именно данный аромат. В чем дело, конечно, я не знаю, но прям такие идут отзывы хвалебные на него. Мне, конечно, тоже безумно нравится эта туалетная водичка, но вот одна клиентка заказала 4 штуки. Я, конечно, не понимаю, зачем ей столько, мне неудобно было спрашивать, но когда я ей сказала, что идет выгодная цена по интернет-предложению 900 рублей, будет ли она заказывать, она, конечно, сказала, с удовольствием закажу и возьму 4 штуки. В общем-то, условия я не говорила, что нужно там 2 или 4. Ну ничего, я, конечно, хотела еще обзванивать клиентов, чтобы добить заказ до 3500 или что-то себе заказать. Но, к счастью, как раз водички вышли на 3600 и плюс на них прошла скидочка 27%. То есть я свое получила и клиентка довольна. Так, в общем, вот такой у меня был заказ. Вообще малюсенький, 4 парфюмерных водички. Ну а теперь давайте к подаркам. В основном все в коробочке, это просто одни подарки. В общем, подарков будет 6 штук. Эти подарки 40, по-моему, 9 рублей стоили. И каждый из подарков стоит 8 рублей 17 копеек. То есть 8 рублей 17 копеек стоит вот такая вот водичка туалетная. Я, конечно, ее еще не тестировала. Это недавняя такая новиночка. Здесь на упаковке, к сожалению, не указаны нотки, чтобы узнать, но написано, что это солнечный аромат, нарисованные ваниль, грейпфрут, яблочки, я не знаю, конечно. Она заслюдирована в фольге, ой, в слюде, извиняюсь, но я не знаю, буду ли я ее тестировать. Пока я ее, думаю, не буду распечатывать, потому что у меня очень много парфюмерии распечатанных, коллекции, пускай пока постоит. Может быть, когда-нибудь до нее дойдет очередь. То есть стоила на 8 рублей 17 копеек. Далее, из таких больших прям бодеек пришла вот такая вот пена с экстрактами трав. 500 мл. Эти пенки, они идут тоже зафольгированы. Это очень даже неплохо, когда вот так компания слюдирует. Но аромат я, к сожалению, не чувствую, но когда-то я просто пыталась понюхать странички каталога, чтобы, ну, почувствовать, как пахнет эта пенка. И в свое время мне прям очень сильно хотелось ее приобрести, но как-то не сложилось. То есть тоже 8 рублей 17 копеек. Из такого более серьезного, но я такой продукт не пробовала, пробовала только сыворотку. Сыворотка, к сожалению, мне просто не подошла. Я сказала, что она мне не понравилась, она мне, девчонки, не подошла. Может быть, сыворотка и хорошая, но она подходит не для всех типов волос. А вот шампунь я с удовольствием протестирую, потому что он как раз подходит для тонких и нормальных волос. Густота и плотность. Шампуни я люблю, особенно вот этот Advanced Techniques. Люблю шампуни всякие там BB, вот были раньше с маслами, прям обожаю. А вот магия гиалурона еще ни разу не тестировала, но очень хочу это сделать. В общем, обязательно в ближайшее время, даже сегодня я его поставлю в использование и свое мнение обязательно расскажу в пустых баночках. Кстати, я хотела понюхать, как он пахнет. Ой, пахнет он просто великолепно. И кто не видел, еще раз
покажу, как он выглядит. Вот такой вот прозрачненький, беленький шампунчик. Ой, приятный, очень приятный аромат. Прям хочется сегодня начать им уже мыть волосы и голову, кожу головы. Шампунь также стоил 8 рублей 17 копеек. Следующее, это вот такая вот классная штуковина. Это масло для душа и ванны. В общем, ни разу его тоже не тестировала. Поглядывала на него. Уж очень у него большая стоимость. Девчонки покупали, говорили, что это просто великолепный продукт. Вообще, вот сейчас, если говорить о гелях, маслах, крем-гелях, то я бы, конечно, отдала предпочтение вот именно вот этому маслицу. Хотя обычные гели я люблю, крем-гели определенной категории тоже обожаю. По запаху я сейчас попробую ощутить. Ну, запах, конечно, очень нежный, очень приятный. Я не знаю, пахнет ли это все розой. Как они пишут, что это марокканская роза. Ну, я не знаю, как пахнет марокканская роза. Я думаю, что именно так она и пахнет, как этот продукт проявил себя по запаху. Но с удовольствием, конечно, хочу прям тоже его поставить сегодня в использование. Это у нас был четвертый продукт за 8 рублей 17 копеек. Пятый продукт также за такую же стоимость. Вот такое вот мыльце, кстати, тоже его ни разу не тестировала. Так получается, что все продукты мне пришли, которые я не тестировала, но очень хотела это сделать. Ну, здесь 75 грамм, достаточно такая большая упаковочка. И это мыльце, оно находится в такой вот слюде. Но аромат, я вот его сейчас еще не нюхала, но уже я прям чувствую, как передается мне. Очень приятно, пахнет лавандой. Ой, это просто такой аромат. Здесь, посмотрите, даже вот такие вот вкрапления какие-то, наверное, из натуральной лаванды. Я вот последнее время прям только почувствовала запах лаванды. Тут еще присутствует жасмин. Вот все это вместе очень дает приятный аромат. Я думаю, по действию эта мыльца будет очень хорошо работать. Также сегодня ставлю в использование. Очень хочу прям начать тестировать вот такой вот классный продукт. И шестой продукт за 8 рублей 17 копеек. Это вот такой вот марк. Это у нас идет маркер для губ. Я, кстати, маркеры такие очень даже люблю. В свое время в пакетах-сюрпризах был оттенок такой бордово-красный. И я им до сих пор еще пользуюсь. Это оттенок фрезия, да? Кстати, должен быть такой яркий, розовенький. Ну, мы сейчас посмотрим, потому что хочется мне. Я в новом дизайне еще маркеры не тестировала. Говорят, они стали лучше. У них стал носик. Ой, какой красивый оттенок. Посмотрите, ну, как фуксия. Очень классный такой прям яркий оттеночек. Сейчас мы посмотрим, действительно ли, да, стал стерженек такой прям большой, утолщенный. Ну и как он у нас наносится. Очень хорошо наносится. Я думаю, на губах он тоже при наслаивании создается, придается более яркий, образуется более яркий оттенок. Очень красивый. И если, конечно, это все наносить в один слой, то можно сделать такой даже не яркий мейкап куб. В общем, очень мне понравился. Красивый оттеночек, красивый маркер. Буду тоже с удовольствием пользоваться. Ну, а теперь быстренько перейдем к подарочкам, которые я, в общем, выполняя задания, пришли мне по первому этапу осенний квест. А многим девчонкам в счет-фактуре было написано, что вот эта вот брошюрка стоит 24 рубля 50 копеек. У меня, девчонки, она стоит 00 рублей 00 копеек. В общем, мне пришло два приза. Я безумно-безумно рада, потому что первый приз – это вот такая вот гелевая подводка для глаз. Она у нас идет в черном, по-моему, цвете. Да, вот такая вот блэк. Вот она черненькая, я пока ее не буду ложить в использование, потому что, может быть, кому-нибудь я ее подарю. У меня очень много подводок.
сейчас, но, возможно, я и буду пользоваться ею сама. И второй приз, которому я очень-очень безумно рада, у меня, кстати, такая уже есть, это пришла мне кисточка. Кисточка для подводки. То есть, представляете, прислали два приза. Я, когда все девчонки делали заказы, заказывали приз по осеннему квесту в первом этапе, я забыла, в общем, заказать. И вот со вторым заказом заказала, они уже поменяли призы. Таких призов я еще никого не видела. И очень этому рада, что все-таки я не поторопилась и сделала заказ попозже. Также мне вложили новую брошюрку «Президентский клуб». Вы ее уже видели. Ну, а так, в общем-то, заказ у меня вот такой вот. Не очень большой, но в то же время здесь, я считаю, практически одни подарки. А я не потратила своих денег практически ни копейки, только, по-моему, 69 рублей заплатила за доставку. А так, в общем, все очень отлично и классно. Спасибо, что досмотрели мне до конца. Всем вам удачи, счастья и до новых встреч. Пока-пока.